В 2014 году в поселке Красково была создана православная театральная студия «Преображение». Десятилетний юбилей ее руководитель и воспитанники отметили премьерным показом спектакля «За кулисами истории», который состоит из отрывков лучших постановок студии. На празднике работала съемочная группа нашего телеканала. В Красковском культурном центре полный зал. На сцене юные дарования, за плечами которых многочисленные победы в конкурсах и фестивалях. Сегодня театральную студию «Преображение» посещают около 30 человек. Это не только дети, но и взрослые, в том числе и родители воспитанников студии. У нас такой семейный театр, если так можно сказать. Ну вот, ставим по два спектакля в год. Это как традиционно новогодний спектакль, рождественский. И на Пасху делаем большой тоже пасхальный спектакль. С этого года мы разделили наш коллектив на две группы. Начал действовать детский коллектив, который называется «Ангелы сцены». Там детки прямо вот с 5 лет, да, с 5 до 8. А старше уже там с 8 и до, там, не знаю, до 80, это уже наш вот основной коллектив театральной студии «Преображение». Студия «Преображение» мне досталась как бы по наследству после народного артиста МХАТ имени Горького Анатолия Владимировича Семенова. Ты воочию видишь, как и ты сам вместе с этими детьми, ребятами преображаешься, даже молодеешь и становишься, ну, как бы радостнее и чище. Я вот, кроме радости, вот общения и вот сколько я сюда приезжаю и помогаю им в постановке спектаклей, я еду сюда с радостью. Православная театральная студия создана приходом Преображенского храма поселка Красково. С десятилетним юбилеем руководителя творческой труппы поздравили представители администрации округа, а также Люберецкого благочиния. Студия «Преображение» внесла великий вклад на Люберецкой земле. Такой вклад, он, скажете, его не видно. Нет, его видно. Его не слышно, но в то же время очень громко слышно. То, что вы делаете, это вкладывает душу и сердце ваше, и самое главное, о Господе. Общаясь и делая те единые постановки, вы вкладываете свою душу и сердце в ребят. В репертуаре театральной студии «Преображение» более 15 постановок. Во время занятий участники получают навыки актерского мастерства, сценической речи и вокала. В этом году за создание спектакля «Молодая гвардия» руководителю студии Екатерине Семеновой присуждена стипендия губернатора Московской области в номинации «Выдающийся деятель культуры и искусства». Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛТВ.